А тарауские зоозащитники подозревают в приписках компанию, занимающуюся отловом бродячих собак. По их мнению, делается это для того, чтобы освоить бюджетные средства. Судя по отчетам, с начала года в Атырау отловили почти 6 тысяч собак. 95% из них признали подлежащими усыплению. Подробнее в следующем материале. В Атырау с начала года отловили почти 6 тысяч бродячих собак. Почти всех их усыпили. Об этом сообщили в городской ветеринарной станции. Отловом, стерилизацией и усыплением занимаются подрядные организации. В прошлом году сумма, выделенная на эти цели, составила почти 48,5 миллионов тенге. В этом году, по словам главного специалиста ветстанции Аида Абдрахман, подрядчик сменился. Увеличилась и сумма требуемых средств. По итогам конкурса ТО «Форвард Стар» заключила договор на сумму 75 миллионов 891 тысячи тенге на отлов и усыпление агрессивных собак. Работы начались. Атырауские зоозащитники, в свою очередь, сомневаются в достоверности данных. Они считают цифры завышенными и требуют проведения независимого расследования. Сейчас «Антикор» проводит проверку компаний, которые занимаются отловом собак, сообщила зоозащитница Юлия Ефремова. По ее словам, даже простой математический подсчет вызывает сомнения. Это все даже не выглядит реалистично. За 7 месяцев отловить столько собак. По нашим приблизительным подсчетам, они должны отлавливать около 40 собак в день. Но чтобы вы понимали, я в мае месяце была на этой базе, и у меня даже осталось видео, там не было ни одной собаки, все клетки были пустые. Их база даже не располагает содержать столько, такое количество собак, 40 собак, и плюс привозить такое же количество каждый день. Там просто нету такого количества места. В Атырауской городской ветеринарной станции отметили, что не отвечают за действия подрядчиков, однако заверили, что все документы в порядке. Теперь все зависит от результатов проверки антикоррупционного ведомства. Зоозащитники настроены решительно и намерены добиться пересмотра системы отлова собак. Они считают, что надо делать акцент на строительстве приютов и применять более гуманные средства регуляции численности бродячих животных. По данным городской ветстанции, в городе насчитывается больше 10 тысяч бродячих собак. Нурсуя Лебрусова, Амантай Матенов, 24 КЗ, Атырау.